Здравствуйте, друзья! Продолжаем Scribble Notes Unlimited. На чем мы остановились? А, на том, что сильный маг победил демона. Это у нас серьезная серия, поэтому никаких афро и пегасов. Только костюм рыцаря. Пика. Пика оружия, да. И... белая лошадь. Белая лошадь. Совершенно верно. Я бы даже сказал, монохромная, так вот, судя по виду. Вот на ней мы и будем ездить, да. Ну, она, правда, умеет летать, но это ладно, ничего страшного. Движемся дальше. Что у нас здесь? Анафора Фолс. Водопады Анафора. Может быть, Анафора, конечно, как-то переводится, но... мне это неизвестно. Угу, дикарь. Ну, какие-то дикие места, однако же. Это кто такой вообще? И что у него в руках? А, он принимает солнечные ванны, и у него есть для нас задание. Ага. Ему нужно что-нибудь, чтобы загореть. Потому что тут ему... в общем, тут ему никак не загореть. Солнце ему нужно, что еще? Не, солнце слишком... слишком просто. Red Dwarf. Красный карлик. Ой. Красный. Угу. Ну, нет, давайте. Давайте все-таки солнце. Красный карлик. О, обгорел. О, сильно обгорел. Что это от него осталось-то? Усы и кожа. Боже мой. Да. Да, ребята, будьте осторожны с солнцем, всегда мажьтесь кремом. Кто следующий? Лягушка. И тут красный карлик наш. Красный карлик, поплавай там где-нибудь. Здесь где-нибудь поплавай, блин, не мешайся. Лягушка. А, помести что-нибудь между этими бревнами, чтобы помочь мне пересечь реку. Мост? Бридж? Бридж. Лонг. Длинный. Понятно. Лонг бридж. Значит, надо лонг бридж. Структур. Оп. Ай, то что ж. А, все равно сработало. О, мини-гейм. Отлично. Научим бизнесмена рыбачить. Заодно и сами научимся, надеюсь. Ого, осетр. Нормальный бизнесмен рыбачит-то. Этот мужчинка мечтает стать рыбаком. Начнем с того, чтобы одеть его соответствующим образом. У рыбака должна быть жилетка. Как по-английски жилетка? Жилетка, жилетка, жилетка. Вест, по-моему, вест или... да, попробуем вест, вест. Да, вот тебе рыбачья, братюнь. Ну ты чё? Ага. О, все. А, он плащик одел. Не, рыбак в жилетке должен быть. Теперь мы должны поймать мальца рыбы. Ага, дай ему что-нибудь, чтобы заловить рыбу. Лучший, самый эффективный способ. Бери, братка. Хватай. Глуши. Что-то не клюет. Помести что-нибудь, что ему понравится, в воду. Мы уже пробовали, они наверняка вот что-нибудь из этого зоопланктона наверняка им понравится. Но? Чего? Отлично. Кто-то осетра съел? А, не, это он его уже поместил в качестве тро... вот это рыбина! Рейнбоу Халибут, Халибат. А, у него... time to catch, ну отлично, а как закетчить-то его? И чё? А, у... ему нравится цветная еда. Так, 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 так.
Я сейчас делаю полосатую гусеницу. Эх ты, жаба, ты подлая такая. Еще раз полосатую гусеницу. Кушай, дорогой. Нет? Ну ладно. Colorful. Вот, найс. Привередливый. Динамитом ловит, кстати, обратите внимание. Еще один трофей, кто следующий? Ого! Это уже серьезно. Мегалодон. Дай ему обед. Чем он будет обедать? Да человеком. Наверняка ему достанет аппетита, чтобы съесть человека. Даже не подавился. Еще кто-нибудь? Нет, все, хватило. Слава богу. Оп. Подловили. Найс. Кто в следующей очереди на помощь? Тут что-то случилось, очевидно. Ай-яй-яй, мертвая невеста. Пожалуйста, воссоедини меня. Просто воскресим. Просто воскресим. Да. Все. Слава богу. Что с тобой? Помоги мне снова плыть. Как тебе помочь-то? Не-а. Так, куда пошел, братюня? Ты мой скакун. Тебе нельзя уходить. Так. Как же тебя передвинуть-то? Во-первых, сначала потушим. Нет, давайте уж. Дистин... Вышер. Огнетушитель. Да черт с ним, водой. Какие-то понты нафиг надо. Не-не-не-не. Водой. Туши. Помоги мне снова плыть. Вот бакет, ведро воды. О. О! Меж тем я чего-то еще выполнил. Накормил пираний. Интересно, зачем я их накормил-то? А, как тебя подтол... О, валун! Ну конечно! Ой, как все просто. Валун-то я и не заметил. Все. Ну. Я вот сейчас не понял. То есть фишка, видимо, была в том, что мне нужно разбомбить валун, да? Ты ж плывешь уже, тебе что не так-то? Может, его починить надо? Так. Repair kit. Бери. Heal. Хил. Что бы нам такого сделать? Дайте-ка я минуточку подумаю. Эта штука стояла на валуне. Валун я уничтожил. Не понимаю. Я не понимаю, я же убрал валун. Эта фигня оказалась в воде. Ладно, знаете, подскажите мне, пожалуйста, дорогие друзья. Я, видимо, чего-то просто не понял. Так, что тут у нас? Угу. Помоги мне сделать снимок. На тебе камеру. Делай снимков сколь угодно. Заснял. Ага, I want to dance. Дэнсинг. Пошел танцевать, давай. Нифига себе, танец дождя. Танец дождя еще.
Ой-ой-ой. Так. Мы... And you are not gorilla. А что сделать-то надо? Gorilla suit. Давайте попробуем. Что-то мне там... Меня обвиняют в том, что я, дескать, не горилла. А, все, то есть всего-то и нужно было, чтобы в гориллу переодеться. Угу. А, это, наверное, будет рисующий слон. Конечно. Давайте дадим ему кисть. Нет, краску. Пусть рисует сюрреалистично. Просто... Просто краской, да. Отлично. Взмахнул ведром, нарисовал... Нарисовал... Прекрасный цветок. О, какая-то мартышка. У нее для нас тоже есть задание, очевидно. Вау. Ну-ка, ну-ка. Друзья приматы. У каждой мартышки есть свое хобби. А нарисуй, ну, точнее, создай с человека с таким же... Ну, с, в общем... Похожего на мартышку. Начни с кого-нибудь для мартышки-музыканта. Рок-стар. Рок-звезда. Оп. Подошло. И они куда-то вместе побежали. Не хочу знать, куда и зачем. Летающая обезьяна отрастила... У летающей обезьяны выросли крылья после того, как она выпила зелье. Создай кого-нибудь для этой магической обезьяны. Ведьма. Ведьма с севера. Чё такое? А, я не двигаюсь. Ну, всё нормально. Ведьма улетела с летающей мартышкой. Так. Компьютер... Обезьяна-компьютерщик любит играть в видеоигры. Создай ей дружка. Геймер? Мы уже встречали геймера на пожарной станции. Геймер, сюда. Ой, ДНК. Блин, что же они сделали-то? Страшно представить. Эта мартышка носит шляпу петуха. Создай для нее друга. Так я ж вроде как сам для нее друг. Клон. Клонируем себя. Это злой клон, правда, но все равно. И они ушли в какой-то портал. Параллельное измерение должно быть. Вот и звездочка. Ну что ж, это было очень просто. Миленькие крылышки дали Максвеллу. Мы завершили это мини-задание, так? Много ли тут у нас осталось? Еще парочка заданий. Где же они? Где же они? Где же они? Одно из них это та проклятая лодка. О, вот там что-то есть под водой. Что это такое? Сундучок, интересно, что это в нем? Нифига себе. Банан. Откуда у меня в руке банан? Прямо в банан, нафиг. Мне не нужен банан. Кто это такой? Что за викинг скелет викинга? Это тяжелый скелет воин. А так. Ай, он убил моего коня! Под... А почему он меня-то бьет? Я еще и в саспект какой-то там. Ай, ладно, черт с ним. Так. И что же у нас здесь-то? Я не понимаю. Может быть, ему нужно горючее? Так, oil can. Oil can. Давайте попробуем. Я просто не знаю, чем помочь этому кораблику. Помоги мне снова плыть. Сейлинг там. Что? Extinguished? А? Нет? Сейлинг. Смайлинг. Сейлинг. Ого. Жуть какая. Нормал. Обычная лодка. О. Отлично. Все было так просто. Лодку достаточно было лишь сделать обычной. И вот, наконец, мы прошли этот уровень полностью. Полностью? Да, действительно, полностью. А это означает, что настало время для нашей финальной битвы. И сегодня у нас в нашей финальной битве сойдется бог, как существо бессмертное. А сойдется он со смертью. Посмотрим, так ли бессмертен бог.
Так, смерть, нападай на бога. Нападать на бога смерть не хочет, это знак хороший. А это означает, что нужно просто смерть разозлить. Давайте, кто кого. Ох, я чувствую, это будет напряженная схватка. Пока они идут буквально нос к носу. Бог немного ведет. Судя по всему, бог все-таки победит здесь и сохранит за собой звание бессмертного существа. Что ж, я скажу так, что данная схватка прошла определенно не без жарких моментов. Но тем не менее, бог победил, сохранил за собой звание чемпиона по версии Scribble Notes и остался бессмертным существом. Спасибо вам за просмотр, друзья. Выдвигайте новые идеи для моих роликов. Существа, предметы, создания и, конечно же, что самое главное, финальные эпические битвы. До свидания.